В этом году в центре города начинает работу гостиничный комплекс «Рэдиссон Ульяновск». Он входит во всемирную сеть из 1400 отелей. На базе этого заведения появится и деловая площадка. На 7000 квадратных метров будет расположен конгресс-центр. Масштабный объект захватит 6 этажей, венчать его будет ресторан. Руководителя бренда выбрали наши края не случайно. Ульяновская область, как мы знаем, один из самых инвестиционно привлекательных регионов России. Хорошо развивается, хорошие показывают тенденцию по развитию, много предприятий, много партнеров. Думаем, что гостиница будет здесь работать успешно. В конференц-зале нового отеля прошла деловая встреча с участием губернатора Ульяновской области. Глава региона обсудил с новыми инвесторами планы развития и заключил соглашение о сотрудничестве с генеральным директором корпорации «Кошелев». Эта организация инвестирует 500 000 000 рублей на обустройство современного конгресс-центра. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Ул.Правда ТВ.